Всем привет, вы на канале Драгова, и с вами я, Даша. Так как уже скоро Новый год, а я все еще не сняла это видео, точнее, это обзор покупок для украшения моей комнаты к Новому году. Так вот, эти покупки совершались в магазине Fix Price, это не реклама. Так вот, сейчас я вам все покажу. Здесь, по-моему, вся стоимость вышла на 2000 с чем-то. Поехали! Итак, первое, это вот такой вот светильник в виде мишки, он очень классно выглядит. Стоил он 200 рублей, и на нем уже вставлены батарейки, точнее я вставила. Нормально. Дальше, это вот такой вот, такая шапочка Деда Мороза с этикеточкой. Ну, даже не Деда Мороза, а Снегурочки, потому что там были только белые. Далее это самая классная свеча, которая там была, стоила на 200 рублей. Самый классный запах, который там был, но по сути он классный. Так, она белого цвета сама. Вот, в таком вот красивом стаканчике. Дальше, ёлка-тарелка. Она стоила 350 рублей. Она из стекла или из керамики, я думаю. Она из доломита. Не знаю, что это, но она из доломита. Получается, сюда я какие-нибудь фрукты, какие-нибудь, например, мандаринчики, гранатик и там что-нибудь еще. Ну или конфетки. Да. Так, дальше гирлянда вот такая вот. Стоила она, по-моему, стоила на 150 рублей. Да, все гирлянды в экспрессе светятся теплым белым цветом. Она уже с батарейками, сейчас я показывать не буду ее свечение, но она в виде вот таких вот снежинок. Примерно так она светится. Так, вторая гирлянда. Что-то у нее коробочка. Вот такая вот, розовые шарики. Я ее доставала, она покосанная, так что я могу поставить не 10 из 10. Но это не суть. Когда она светится, все ок. Она светится также теплым белым. Сейчас показывать тоже не буду. Она получается 2 метра. Как и эта. Далее у нас это календарь. Вот такой вот календарь брала обязательно с собакой. Потому что без собаки никак. Вот такой вот календарь. 1023. Ну, ничего необычного, в принципе. Дальше 4 пачки бенгальских огней. Это обычные бенгальские огни, думаю, сильно не надо. Стоили они одна пачка 40 рублей. Далее, я не знаю что, какие-то неоновые палочки. 10 штук, если честно, не знаю прям реально, что это. Ну, пока что узнавать не буду, потом мы узнаем. Далее вот такой вот красивый переливающийся занавес, дождик. Я его хочу повешать сюда. Ну, потом узнаете все. Также буду снимать сюда видео, как я украшаю уже комнату. Возможно, будет сегодня, возможно, завтра. А может быть и через неделю. Но видео выйдет в течение следующей недели. Вот такой вот дождик, он очень большой, стоил 80 рублей для своего-то размера. Для своего размера это очень дешево. Он получается вот 1 метр так и 2 метра вниз. Это вообще супер. Я его на входе повесила. Далее. Вот такая штучка. Я не знаю куда, но я хочу, по сути, где-нибудь поставить на стол, может быть. Вот. Вообще она на елке. Стоила она 80 рублей. Красивый лебедь, там вообще разные были, но я захотела лебедь. Вот, красивая. Что еще сказать? Классно, мне нравится. Далее вот такой вот бусы. Такие 4 метра они. Это очень супер. Я не знаю, куда их, но у меня есть такие же красные, они у меня с прошлого года, тут уже не 4 метра, а где-то 1,5-2. Потому что я их подрезала, а где вторая часть, я не знаю.
Вот, я купила такие зеленые, потому что, по сути, я хотела комнату в красно-зеленом стиле, но у меня уже что-то пошло, поехало не так, так что уже в любом стиле, но, по сути, красно-зеленый. Далее, это последнее на сегодня. Это две хлопушечки. Вообще, я хочу, по сути, одну взорвать дома, 31-го, прям на 0-0, а одну на улице уже. Но это уж как получится. Тут остались с прошлого года, это мои сосульки, которые я вешала на люстру. Может быть, также их повешу на люстру, не знаю. А вообще, я хотела покупать новую люстру, на которую ничего не повешу. Потому что она такая современная. Ну и вот снежинки, ой, эти сосульки. Также я еще буду вырезать снежинки, скорее всего. Может быть, не буду. Смотрим по ситуации. Вот. Ну, и на этом все. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всех люблю.